Алло, Дмитрий Алексеевич, добрый день. Здравствуйте. Вас беспокоит Игорь Любик, новостной портал «Диссидиан». Дмитрий Алексеевич, если позволите, хотели задать вопрос. Вот вчера Владимир Воронин в рамках одной конференции обратился к партиям, политическим формированиям, которые отмечают 9 мая, с призывом объединиться, вот провести совместно марш. Вот, хотели на этот счет узнать ваше мнение, если, ну, если даже не обсуждалось на уровне руководства нашей партии, может быть, ваше личное мнение относительно этого предложения? Мы участвовали во вчерашнем заседании Совета за Родину по приглашению его руководителя Игоря Тулянцева. Там были другие партии, не только партия коммунистов, Красный Блок, Патриот Молдовы, наша партия. Мы согласились, что на День Победы 9 мая нужно идти одной общей колонной без партийных флагов, без партийной символики. Потому что мы считаем, что эту победу нельзя делить между партиями. Представители партии социалистов были приглашены на это заседание, но они не пришли на него. И говорят, что они собираются пойти 9 мая своей отдельной партийной колонной. Нам их планы неизвестны. Мы приняли решение вот такое вчера. Понял. То есть наша партия, значит, так же вот согласилась. Да, мы присоединились к этой инициативе вместе отметить День Победы, отказавшись от партийной символики, от каких-то сепаратных партийных шествий. Понял. Дмитрий Алексеевич, еще раз благодарю за уделенное время и предоставленные комментарии. Спасибо. Да, вам спасибо, всего хорошего. До свидания.